Вітаємо вас, шановне товариство. Науково-популярна передача «Точка росту» в ефірі телеканалу АТВ. З вами її ведучий, доцент Сумського державного університету Олег Туляков та учасник громадської організації «Фонд регіональних досліджень» Валерій Борзунов. Доброго дня. Добрий день. Шановне товариство, добігає свого кінця 2017 рік. Отже, у зв'язку з цим ми бажаємо підвести деякі підсумки. А саме, сьогодні ми вирішили надати відповіді на деякі ваші запитання, які стосуються погляду на концепцію сталого розвитку у цілому. Деякі з вас стверджують про те, що ми розуміємо, що ви виголошуєте певні частини певного вчення, економічного вчення, але ми би хотіли уявити його у цілому. Отже, сьогодні ми і будемо говорити про це, будемо говорити про загальний погляд на концепцію сталого розвитку, на ту економічну теорію, яка є головною темою, головною місією нашої передачі «Точка росту». Отже, Валерій Іванович, як би ви виділили основну ідею, концепцію сталого розвитку? Тут треба уточнити, що наш взгляд – це з позиції регіонального устойчивого розвитку. Но понимая то, что в регионе нельзя создать что-то такое вот особенное, мы работаем все равно в рамках каких-то стратегий, каких-то общих направлений и в стране, и в мире тенденций, то это как бы взгляд снизу, и мы пытаемся раскрыть понятие устойчивого развития на региональном уровне, но так или иначе выходим на какие-то требования, которые необходимы для реализации на уровне региона и на уровне страны, и, в принципе, отслеживания тенденций мира. Это вот такая ремарка. Что касается конкретного вопроса о определении, там, а что такое устойчивое развитие, ну, если каждый кто-то откроет, допустим, там погуглит и найдет там это понятие или зайдет в Википедию, то там неоднозначное определение и достаточно много разъяснений этого понятия. Я бы из всей этой совокупности, или, по крайней мере, то, что вот мы применяем в своей концепции, выделил два таких вот определения, два таких вот расшифровки. Ну, во-первых, это классическое определение устойчивого развития в рамках там, той стратегии, которая принята в Организации Объединенных Наций и резолюции там, еще там, 1985 года, по-моему, Рио-де-Жанейро. Она определяется как вот конгломерат идей или конгломерат таких вот направлений развития по социальному развитию, экономическому развитию, социальному развитию. Ну, я еще взял на себя такую смелость добавить туда четвертое еще направление, как духовное развитие. Вот если коротко, то это определение звучит таким образом, что система, организационно-экономическая система развивается устойчиво, если все решения принимаются, я это называю, в зону согласия этих четырех направлений. Ну, если коротко, можно сказать так, что нельзя обеспечить эффективное социальное, допустим, развитие, не развивая экономическое. И нельзя развивать экономическое направление в ущерб, допустим, экологическому развитию. Вот только в сочетании, в конгломерации вот этих всех критериев по четырем направлениям система может развиваться устойчиво. Это вот первое понятие. И второе направление мы применяем, это тоже классическое, но это уже с точки зрения движения по какому-то выбранному курсу. То есть каждый регион или каждая там страна имеет свою стратегию, естественно, она определяет этот курс, куда движется. Так вот, устойчиво движется по этому курсу страна или регион, или неустойчиво, определяется теми отклонениями, которые получаются в результате отработки различных факторов влияния. Ну, допустим, там внешние какие-то факторы, внутренние какие-то факторы. Если эти отклонения минимальные от тех параметров, которые мы задали, то считается, что страна или регион действует там устойчиво. Если эти отклонения значительно большие, или тем более вообще никаких нет ориентиров, параметров и целей, то, в принципе, устойчивое
развития не существует. Вот если коротко, я бы остановился на двух таких вот определений, двух расшифровок понятия устойчивого развития. Добре, нас запитують про те, що яке значення має макроекономічні показники життя населення у зв'язку з із сталим розвитком? А от якщо ми говоримо о якомусь курсі, то курс определяється якими-то критеріями. Тобто, ну, к примеру, ми определили курс движения євроінтеграції, то вступление в ЄС, НАТО і так далі. З моєї точки зрения, це, в общем-то, не курс, как говорится, не стратегия, а это инструмент достижения чего-то. Вот я задаю вопрос. Ну, вступаем мы там в ЕС или в ТС, или еще куда-то там вступим. И для чего мы туда вступаем? Какие параметры, какие критерии определяются, эффективна эта стратегия или задача сама или нет? Вот для этого существует набор макроэкономических параметров, которые, если мы достигаем, то мы выполняем свою задачу, ее можно оценить, ее можно измерить. Поэтому, на моей точки зрения, стратегия устойчивого развития, эффективна или неэффективна, правильно или неправильно, определяется определенным набором макроэкономических параметров и качеством жизни населения. Но если в цифрах, я всегда привожу там пример, если мы на сегодняшний день валовый продукт на душу имеем там порядка $2000, то есть это уровень там Нигерии, я всегда привожу пример, то стратегия должна нас выводить на какой-то другой уровень. Если мы хотим быть членом Европейского Союза, то это средний показатель где-то $25000. Значит, мы должны показать о том, что выполнив эту стратегию, мы выйдем на там, ВВП в $25000 и заработную плату, допустим, $800. Вот это цель конечная. Что такое, значит, устойчивое развитие? Движемся мы к этой цели или нет? Мы каждый год должны мониторить, а насколько мы, как говорится, близки, насколько мы движемся к этой цели. Если мы движемся и говорим, что там через, к 2020 году мы выйдем на 25 тысяч, ну тогда мы устойчиво развиваемся. Если мы за 4 года не увеличили, а упали там в 2 раза, то, по-видимому, такая система неустойчива. От где-то так би я ответил на этот вопрос. Наскільки я зрозумів, просто для ясності, да, ставиться певна мета. Ця мета ясна, зрозуміла, чітка, як ми хочемо жити через певний період з огляду на конкретні економічні показники, ну, зокрема, на валовий внутрішній продукт. Ставиться ця мета, розробляється відповідна програма і йде виконання цієї програми, і впродовж виконання цієї програми відбуваються відповідні заміри, і з огляду на ці заміри робиться висновок. Ми йдемо правильно до досягнення цієї мети, або неправильно, і потрібні певні коригування. Я правильно? Ну, абсолютно. Це класична теорія управління. Тобто є об'єкт, у нього на вході якісь ісходні базові дані, я зміряю на виході, закладаю туди програму, куди я двигаюся, і на виході зміряю параметри, правильно чи неправильно роблю. По цим відклоненням я починаю управляти, тобто реагувати. Это называется обратная связь. То есть, если я неправильно двигаюсь, я корректирую. Если правильно движусь, то это корректировка обратная. Инструментом, то есть вот, для движения таких вот систем, и в данном случае вот, регионального развития и развития страны, является реформой. Вот мы говорим, мы реформируем там такую-то, такую-то отрасль. Критерии того, насколько мы эффективно реформируем, является приближение к тем макроэкономическим параметрам, которые мы определили. Если мы неправильно реформируем, мы отдаляемся от этих параметров. Еще раз уточним думку. Наразі ось ви опублікували цифри для Сумської області. ВВП на душу становить $1415. Це рівень Замбії. Так? Ну, это не ВВП, это валовий регіональний продукт. Валовий регіональний продукт, ми зараз на рівні Замбії. Так? Да. Середній по ЄС у нас $25000. Тобто, говорячи про регіональний розвиток у Сумській області, ми ставимо
мету, середній по ЄС 25 тисяч доларів. Ми розробляємо у зв'язку з цим програму дій, узгоджено, як ви сказали, де усі ці параметри економічні, соціальні, екологічні, духовні узгоджені, і рухаємося до цієї мети. Але нам рухатися важко, оскільки побудувати щастя у окремій області важко, оскільки є і загальнодержавні та ще й геополітичні чинники. Ось у такому вигляді ми... Так, здесь только два уточнения можно добавить. Значит, когда я говорю на региональном уровне, хочу вот двигаться в тех параметрах, которые говорите, я дальше разрабатываю для себя документы. То есть стратегию развития региона, раз. План социально-экономического развития, финансовый план и дорожную карту, как я выполняю. В принципе, такие документы на уровне региона, они и существуют. Теперь я должен посмотреть, какие макроэкономические параметры я заложил в эту стратегию региональную, и должен мониторить, то есть отслеживать вот это второе. И третье, меня явно не устраивает вот то, что делается в стране. Я при этой позиции не могу выполнить свою стратегию. Значит, я должен или работать в рамках той стратегии, которая мне спускает сверху, или регионы и органы самоуправления должны выдвигать свои требования и участвовать в формировании общей национальной стратегии. Вот три основных составляющие. Дякуємо, Валерій Іванович. Тепер ми переходимо до того типу запитань, які стосуються безпосередньо впровадження у життя цих ідей. От люди запитують, і як це все впровадити, як це все реалізувати? Зокрема, говорять про те, що ви говорите про мету, що мета або не поставлена, або вона не чітко поставлена. Давайте ще раз ось проаналізуємо, ось так, загальний погляд сформуємо. Первое, на что нужно обратить внимание, что наличие какого-то писанного документа, это еще не является четко обозначенной целью, четко обозначенной стратегией. Вот если мы посмотрим стратегию 2020, по которой сегодня живет Украина, то вы там не увидите к 2020 году или там, к 2025 году, на какие макроэкономические показатели, на какой уровень жизни населения мы выходим. Тобто, вибачте, там ось нема оцього, да, чіткого ствердження від Замбії до 25. Абсолютно. Там цього немає. Так, ось що ми маємо на увазі. З точки зрения устойчивого развития, я не вижу курса, цели, куда я должен прийти к 2020 году. А если я не вижу этой цели, то, соответственно, каждый год, подводя итог, я не могу сказать, мы продвигаемся по ней или не продвигаемся. И тут появился вот такая вот квазиподход. То есть если я не могу определить, правильно я двигаюсь, нет, я начинаю применять теорию анализа от достигнутого. Я сравниваю с прошлым годом. И у нас появилось вот такое применение, что мы устойчиво развиваемся, потому что мы там в 2016 году имели там 2% роста, в 2017 будем там 2,5%, и мы считаем, что мы устойчиво движемся. А на самом деле мы не выходим к 2020 году при таких параметрах, даже на уровень 2013 год. Так считать это устойчивым развитием или, наоборот, устойчивой деградацией? Зрозуміло. Валерій Іванович, які ще ідеї ви хотіли би вигласти у зв'язку з тим, від чого залежить сталість розвитку регіону, з огляду на те, що от не так багато часу залишилось? Одну ідею ми озвучили, що на регіональному рівні, в принципі, не можна замикатися і діяти в рамках того, що тебе спускають зверху. Треба бачити своє видіння, іначе ти відповідаєш за регіон, а робити цього не зможеш. Не можна працювати в рамках действующего законодательства, которое определено неправильно. Это мы уже определили. Второе, в рамках того, что существует, все равно же надо что-то делать. И вот на региональном уровне мы предлагаем такие. Первое, это что? Правильно сделать децентрализацию. Децентрализация – это дает возможность развития, регионального развития. И мы на сегодняшний день говорим, что первые шаги, которые пошли по пути создания объединенных территориальных громад, как идея, это правильно. Мы начинаем формировать экономику и управление снизу. Но реализация этой идеи с нашей точки зрения пошла абсолютно неправильно, потому что идея создания добровольных объединений на базе несамодостаточных территорий,
территориальных громад приводит к тому, что мы наплодили сегодня территориальные громады, которые не имеют экономического потенциала. Вот надо сейчас поработать над тем, чтобы оставшиеся крупные образования, а у нас не пошли еще на объединение города областного подчинения, большинство районных центров, кроме Тростенца и Крыльца. Вот там, на мой взгляд, нужно перейти к идее создания единой территориальной громады в рамках районного центра. Ну, это района. Это наиболее подготовленная экономическая. Она недостаточна, не самодостаточна, но это наиболее социально-экономически подготовленная. Это вот первое направление. Второе, надо особенно обратить внимание на так называемые депрессивные села. Вот анализируя состояние районных районов, по разным там оценкам у меня получается, где 60, где 70, где по 75% сел, которые будут входить в объединенные территориальные громады, относятся к категории депрессивных. То есть количество населения там порядка 200 даже, а то и меньше бывает. При таких вот параметрах создать самодостаточную территориальную громаду практически невозможно. Вот надо изменить конфигурацию эту и не разрывать село и город, а делать эту территориальную громаду как единую. И посмотреть, третье предложение, базой для вот этого развития называется, мы называем это иерархическая система точек роста. То есть нужно определить по каждому региону, по каждой территориальной громаде те точки экономического роста, которые дают эффективный прорыв, эффективное развитие экономики. И на каждую точку нужно определить свой там бизнес-проект или инвестиционный проект. И вот эта экономическая база является для устойчивого развития. Не определив точки роста, не имея никаких инвестиционных проектов, мы вообще-то будем хаотически двигаться. У нас не будет не то, что устойчивого развития, мы не выполним и экономического вообще развития. Вот три, наверное, момента, можно было и больше говорить, но три момента – это основополагающие, которые нужно сегодня делать тем людям, которые живут в регионе, которые вот в ближайший 18-й год пойдут на объединение и создание территориальных громад. Наскільки я зрозумів, просто уточнюючи, да, от ми намагаємося зараз ось якось зняти оцей економічний зашморг, який зараз у нас на шиї українського народу, пропонуючи свою методологію здійснення економічних реформ знизу, і головним у цьому є визначення точок економічного росту, точок економічного зростання, і на підставі визначення цих точок росту розробка та реалізація локальних проєктів сталого розвитку конкретної території. Бажано це доцільно робити у межах тих районів, які наразі є, оскільки там вже готова інфраструктура і ну, є певна цілісність, яка є усталена роками розвитку цих районів. Я правильно переклав? Правильно? Ну, так, да, абсолютно правильно. Тут тільки є одна «но», яке потрібно додати. Тобто, що можна робити знизу? Какие реформы, а что обязательно нужно делать централизованно. Вот есть секторальные реформы, типа, допустим, пенсионная, медицинская реформа, здравоохранение, которые нельзя снизу сделать. Это должна быть централизованная для всей страны методология реформирования. И вот здесь очень важно, как взаимосвязать проблему децентрализации и экономического роста регионов АТГ и централизованной реформе. Вот должна быть, я ее называю так, дорожная карта взаимосвязанности. Потому что ну, нельзя сделать медицину эффективной, не имея развития экономики. Вот это тот, ну, тот крупнейший недостаток отсутствия взаимосвязи между секторальными реформами и отсутствия экономического развития, экономического прорыва, который на сегодня день существует. И последний, может быть, штрих, на который надо обратить внимание, надо иметь понятие, а что мы понимаем под экономикой будущего.
То есть это индустриальная система или тот мир, который сегодня движется уже постиндустриальной экономики, цифровой экономики. Если мы не будем вот это понимать, то мы, может быть, и выйдем на какой-то уровень развития, но мы опять вернемся к отсталому, я называю это стратегия отстающего роста. Мы все равно будем отставать даже тех стран, там, наших соседей, типа Польши, Белоруссии. Вот три момента таких нужно учесть при формировании пакета реформ и устойчивого развития экономики. Валерий Іванович, з огляду на ті питання, які нам задають наші глядачі, я можу зробити висновок. Ось у цій частині вчення, що стосується точок, визначення точок росту, тут ми маємо розуміння, люди розуміють, що ми маємо на увазі. Не зовсім розуміють, що таке соціальне партнерство у громадах, і додатково просять роз'яснити у цей момент. Що за партнерство маємо на увазі? Це дуже важливий момент. Сьогодні він существує, це партнерство, але, извините за выражение, воно существує в извращеній формі. Тобто, будемо говорити, як-то власть договаривается с бизнесом, на каких условиях она будет работать. И это выливается вот в те основы коррупционных связей и откатов, которые на сегодняшний день есть. То есть давление на бизнес, чтобы что-то делалось и так далее. Когда я говорю о корпоративной и социальной ответственности, о социальном партнерстве, речь идет о том, что между субъектами управления территориями, а субъектами является кто? Бизнес. Они же доходы делают, экономика делается в бизнесе. И территориальная громада, как власть, вот законодательно должно быть обосновано не только партнерство, но и ответственность за развитие территории, за качество жизни. Вот здесь конфликт интересов заложен. Бизнес, у него основная задача на сегодняшний день – прибыль. А территориальный громад – это качество жизни населения. И вот здесь заложен конфликт интересов. Прибыль не всегда дает качество жизни населения. Вот я имею в виду создание такой системы управления на законодательном уровне, которая обеспечивала бы интересы и бизнеса, и территориальной громады, но в конечном счете мы ходим на работу не для того, чтобы рос бизнес, а для того, чтобы наша жизнь была там комфортнее, чтобы наши доходы росли, и тогда имеет смысл и работа, и работодателей. Валерій Іванович, чи правильно виражає те, що ви зараз сказали, такий приклад? Ось типове село, поруч поле, яке засіяне рапсом, кукурудзою, технічними культурами, які знешкоджують наші ґрунти. Зрозуміло, хтось з цього має прибуток. Але коли ми заходимо в село, то бачимо, у якому воно стані знаходиться, чим займаються люди, яка їх зайнятість. І ми розуміємо, що не ці люди є отримувачами прибутку від того, що відбувається на полі. Ми закликаємо, щоб був цей солідарна відповідальність бізнесу, який тут працює, громади та інших суб'єктів господарювання. Ну, абсолютно правильно, якщо коротко, то можна привести на примірі, що ми сьогодні говоримо о великому досягненні, я це в кавички візьму, о рості експорту зернових. А на самом деле это приводит к уничтожению вот тех депрессивных сел, о которых мы говорим. Конфликт интересов. Трейдеры и крупный бизнес получают большие прибыли, в результате чего разрушается основа, кажется, экономики, села, и люди просто-напросто покидают эти села, да не только покидают села, но и выезжают с Украины за рубеж. Дякуємо. Шановне товариство, у цій передачі ми намагалися з Валерієм Івановичем підсумувати наші ідеї та зробити такий загальний погляд на концепцію сталого розвитку. Ми дуже сподіваємося, що ми зараз аргументовано вам довели, що ми не приречені бути країною третього світу, напівколоніальною країною. Як бачимо, є шлях для того, щоб забезпечити нам достойне життя, достойну роботу і достойну зарплату. Що хочеться сказати наприкінці. 2018 рік – це передвиборчий рік, і сама ситуація, така передвиборча ситуація, утворює нові можливості щодо реалізації ідей. Тож ми сподіваємося, що і наші ідеї також будуть реалізовані. Ми сподіваємося також, що сьогодні на цій передачі вам було з нами цікаво. До побачення!